spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена серия недорогих безинерционных катушек Navaha от российского бренда Рыболов. Линейка состоит из трех моделей весом от 261 до 271 грамма с одинаковым передаточным числом, равным 5,2 к 1. Давайте поближе рассмотрим их на примере экземпляра с индексом 3000. Navaha обладает современным дизайном и выполнена в черных тонах с синими элементами. При производстве корпуса применяется высококачественный дюралюминий. Это дает мощность и надежность конструкции. А для ее облегчения ротор изготавливается из карбона, снижая общий вес катушки. За один оборот рукоять выматывается от 67 до 73 см лески. С целью обеспечения более плавного и мягкого хода устанавливается 11 подшипников. 10 из них шарикового типа из нержавеющей стали и один роликовый. Предусмотрена система антиреверса, которая защищает механизм от случайной прокрутки назад. Основная шпуля изготовлена из алюминия и облегчена за счет множественной перфорации. Она оснащается круглой металлической клипсой для фиксации лески. Кстати, лесоемкость может составлять 120 метров монофила толщиной от 0,26 до 0,33 мм. Бортик сделан со скошенным профилем, чтобы обеспечить более дальний заброс приманки. Обратите внимание на ролик лесоукладывателя. Он имеет титановое покрытие и специальную геометрию, которая помогает снизить перекручивание шнура. Фрикционный тормоз с передним расположением включает в себя три карбоновых диска. Максимальные нагрузки на этот узел составляют до 8 кг. Но для защиты от воды и грязи фрикцион снабжен эластичной прокладкой. В нижней части корпуса установлен рычажок переключателя реверса. В одном положении вы сможете вращать ротор только в режиме намотки лески. В другом появляется возможность крутить ручку в обе стороны. Сама рукоять сделана из алюминия и является нескладной. Оснащена плоским кнопом из практичного ЭВА. Для перестановки этого элемента на противоположную сторону необходимо выкрутить его из корпуса, а затем поменять местами с декоративной заглушкой. В комплекте имеется еще одна алюминиевая шпуля, но меньшей лесоемкости по сравнению с основной. Благодаря этому вы сможете использовать более тонкие шнуры и лески. А тип матч говорит о возможности оснащения этими катушками поплавочной снасти. А теперь давайте разберем катушку Рыболов Navaha и посмотрим, как она устроена. Внутри находится механизм, в котором применяются детали из нержавеющей стали. Конструкция простая и надежная. Однако стоит избегать падения катушки в воду или на твердой поверхности. А также рекомендуем своевременно производить техническое обслуживание. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.